придурковатая курва Сукабеева, Ольга Скобеева, размышляет на своем эфире 60 минут о мире в Украине, о мире на Донбассе. Создается прямой телемост между Россией и Украиной. Это не политическое событие, это не политическая акция, она гуманитарная, если так можно сказать, общечеловеческая. Люди должны просто поговорить для достижения мира. И надеялась, что состоится вот этот шоу, надо поговорить, треба поговорить, это, думаю, уже вы все в курсе этого дела. И вот эта ебанутая курва, извините за выражение, сидит у себя в своем студии и размышляет о мире. А пару дней до этого опубликовала карту бывшей стран Советского Союза и пишет, что 20% моей империи оккупированы. И это как она может размышлять за мир, а в то же время предоставить претензии на вместе 15 суверенных государств, 15 стран. И, в принципе, кем эти страны оккупированы? Туркменистан туркменами оккупирован, Латвия латышами, Эстония эстонцами, Украина украинцами, Азербайджан азербайджанцами. Но это вот все ее империя, ее земля. Знаешь, курва, ну тогда иди в Азербайджан, учи азербайджанский язык, работай там. Ну это просто уже нагло, и даже слов тяжело найти, кроме жестоких оскорблений. Это просто брать за волосы и ебашить ее рожей просто бордюру, об асфальт, не знаю. Таких людей вообще это даже человеком нельзя назвать. Просто изверги фашистские, нацистские. Я на этом месте это видео заканчиваю, а нервы опять идут. Звоните в городскую полицию, вся информация у них, это частная собственность, поэтому вам нельзя здесь снимать без разрешения. То есть единственная причина, по которой мы не можем здесь жить, это мой российский паспорт. Вам следует говорить правду, мы были очень вежливыми, вы можете позвонить в полицию и узнать все у них.